Украина, здесь на снегу, вообще, так сказать, чертовщина какая-то. Пиктограмму сделали из каменной пыли. А потом установили, что пыль эта встречается на территории Советского Союза СНГ только в одном месте. Вот такой минерал. И это место находится за 400 километров от места появления. Место появления в Украине, а минерал в Белоруссии. Вот этот минерал был истончен до состояния пыли и рассыпан тонким слоем на снегу. Причем рассыпан идеально сверху, если между снегом и просыпающимся сверху пылью была какая-то преграда, например, крыша или ветки деревьев, то на снегу оказывалась тень, такая вот ровная совершенно, так что пыль как будто бы оседала строго вертикально вниз. В общем, удивительный случай. Дальше, пожалуйста.